В зимний период все чаще стали на дороге выходить лоси. Всему виной реагенты. Все они содержат соль, которая парнокопытным жизненно необходима. Раньше для животных лесники готовили специальные солонцы, куда подкладывали соль круглый год. Но сейчас это редкость, и лоси выходят на дорогу чаще обычного. К сожалению, это очень опасно и для водителей, и для самих животных. Не только в зоне действия миграции диких животных, но и на всех загородных автодорогах в темное время суток. Водителям, конечно же, мы рекомендуем переключать ближний свет на дальний, включать противотуманки для того, чтобы иметь большую обзорность. Конечно же, при возникновении дикого животного нам необходимо снизить скорость вплоть до полной его остановки. Рекомендуем, конечно же, выбирать не максимально допустимую скорость, а ту скорость, которая позволит в случае выхода на проезжую часть дикого животного остановить свое транспортное средство.